Привет! Мы с вами снова на улицах Берлина, и сегодня мы узнаем ответ на один очень сложный и весьма неудобный вопрос. Должна ли Ангела Меркель уйти в отставку? Вы смотрите «Говорит Берлин». Меркель сейчас – это меньшее зло. Посмотрите на эту баварскую фракцию. Если их сравнивать, то Меркель еще очень даже ничего. Но я не поклонница Меркель. А сейчас я рада, что у руля она, а не кто-то другой. Я не считаю, что ей надо уйти. Да и система так устроена, что она воплощает политику своей партии, а не реализует свои личные амбиции. В какой-то степени ее можно назвать марионеткой. Ее критикуют за то, что в Германию едет много иностранцев. Конечно, границы можно закрыть, но что это даст? Люди, которые приезжают сюда, бегут от войны. И во многом это вина Европы. Меркель должна уйти? Да. Почему? Есть много причин. Мне не нравится ее политика открытых границ. Она впустила в страну слишком много людей, и теперь в этой стране есть только проблемы, а тем более здесь, в Нойкёльне. Станет лучше, если Меркель уйдет? Чепуха. Это все равно, что сказать, что в понедельник жить станет легче. Да и есть ли кто-то еще, кто смог бы делать эту работу лучше? Я таких не знаю. Нет, я не думаю, нет. Но это мое мнение. Я из Испании, и наши политики — это полный провал. А эта женщина — даже не знаю. Я все время сравниваю с Испанией. Здесь, в Германии, у всех есть работа, и для меня это самое важное. Нет, ни в коем случае. Она старается хорошо управлять страной. Конечно, в ее адрес поступает много критики, это оправдано. Но я думаю, что она старается делать свою работу хорошо. И я не считаю, что в Германии много иностранцев. Мы хотим, чтобы жизнь была разнообразной и яркой, примерно как этот распределительный щит.